Всем привет! Вы меня просили рассказать, как случилась авария с этим дроном. Сейчас все покажу и, главное, расскажу, какие мои ошибки привели к этой несколько неприятной ситуации. Вводное слово. Я неопытный и, прямо скажем, ленивый пользователь дрона. Я очень мало смотрел обучающих роликов, как снимать, какими способами, как настраивать и прочее. Мне захотелось поднять свой уровень повыше. Я решил для начала попробовать слежение за объектом. Взлетел я вот в этой точке, пролетал, поехал на машине, дрон за мной следил. Дело в том, что когда он в индивидуальном режиме, дрон летает и следит за машиной, то максимальная скорость, которую он развивает, 15 км в час. Я, не почитав инструкции, решил, что если я переключу дрон в спортивный режим, то скорость будет увеличена. Переключил, проверил, нифига ничего не увеличивается. Забыл вернуть обратно. Это была первая ошибка. Дело в том, что в спортивном режиме дрон не обращает внимания на препятствия, которые перед ним находятся. Дальше я проехал по этой дороге, дрон за мной следил, все замечательно. Загогулина, которую вы видите, вот здесь гора. Перепад высоты порядка 100 метров от дороги до вот этой вот вершины. У меня высота возврата дрона в случае потери сигнала была установлена, это моя вторая ошибка, 50 метров. Дело в том, что обычно я летаю в тех местах, где максимально препятствие возможно от точки взлета, ну, 15-20 метров. Так вот, значит, я поехал вот здесь по дороге, дрон, как видите, за мной едет, следит, все прекрасно, следит, следит, следит. И вот в этой точке, вот этот пульт лежит рядом со мной на сиденье, я сам за рулем, один в машине сижу, я посматриваю периодически краем глаза, еду медленно, аккуратненько, дрон за мной успевает, все. Вот. И вот в этой точке, в очередной раз бросив взгляд на пульт, я вижу, что потеряна связь с дроном. Решил проехать немного вперед, чтобы развернуться и искать дрон. Вот я, как видите, проезжаю, а дрон, вы видите, он связь-то с пультом потерял, но он меня еще видит, то есть он продолжает выполнять предыдущую программу. Вот в этом месте я разворачиваюсь, дрон меня все еще видит. Я поехал обратно, вот в этот момент в мозгах у дрона происходит сбой какой-то, он перестает отслеживать положение машины. А у меня в голове в этот момент сидит та информация, что он полетит, садится в ту точку, откуда взлетал. А это за горой находится, достаточно далеко, вот здесь вот. По идее, дрон должен был вернуться на место, да? Но у меня высота возврата 50 метров и включен спортивный режим. Я еду, возвращаюсь назад, дрона все не видать. А дрон в этот момент, видите, заряд батареи начинает подходить к концу, и дрон принимает решение возвращаться обратно. Вот, вот он развернулся у меня и полетел обратно. Полетел обратно, набирая скорость хорошую. Спортивный режим включен. Вот эти вот датчики на дроне, вот эти, они видят плотные препятствия, то есть плотный куст, они увидят, он застановится. А вот эти вот ветки, смотрите, бабам, он врезался в эту ветку. А вот эта ветка для него казалась невидима, и дрон вот здесь вот рухнул. Так как я выезжал на полет уже вечером, чтобы полетать при неярком солнце, когда оно будет садиться, то забираться в горы разыскивать, конечно, сразу я не пошел. Может, и чревато разыскивать по этим горам дрон в темноте, даже подсвечивать нечем будет. Хотя, если бы это были полеты днем, вот это осваивание полетов, то было бы гораздо проще, потому что приблизительно выйдя в ту точку, которую показывал на карте потерянный дрон, я мог бы нажать, соответственно, на пульте на телефоне кнопку, пока дрон еще не сел. Я думаю, что он бы его подцепил в этих самых кустах. Опять связь бы установил, я бы мог нажать на кнопочку, соответственно, подать звуковой сигнал, он бы там запищал, замигал, я бы его сразу увидел. Перепад высоты от дороги до точки нахождения дрона составил 70 метров, по прямой 200 метров. Ну, вот так вот мы его нашли. Вот такие у нас были события интересные.
Если кому-то было это интересно и полезно с точки зрения недопущения ошибок в будущем, буду рад. Что касается потерь, значит, мне пришлось заменить, у меня есть в запасе две лопасти. Одна лопасть отломилась полностью, вторая треснула. Вот ничего страшного. Сейчас я вот его запускаю, дрон, он летает, все нормально снимает, но периодически выдает ошибку подвеса. То есть будет некое дрожание. Это надо еще будет проверять. Работает. Внешне никаких из этих самых повреждений не вижу. Вот. Как-то так. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию. Всем пока.